же лопнули! Ну, приходите же на стройку! Лопнули надежды и терпение. Такой необычный флешмоб устроили дольщики в понедельник вечером. Здесь те, кто ждут ввода в эксплуатацию объектов Зверево 22, Рабфаковская 31 и дома в жилом комплексе «Зеленая роща». Их только, как говорится, кормят одними только обещаниями. Они уже и в Минстрой ездили, кто-то еще раз поедет в Минстрой. Сегодняшняя акция уже явилась таким олицетворением того, что силы и терпение лопнуло, да, и акция носила как раз такой характер. Нас надули, и мы лопнули шары, которые олицетворяют наше терпение. По секциям, которые на Зверево обещают сдать в ближайшее время, у дольщиков большие сомнения. В доме не подведено электричество к дому, в самом доме недоделки насосные, ИТП, внутренняя отделка. Тепло не подключено, а так как не подключено тепло, сейчас ударят морозы, и внутренняя отделка просто начнется вся начнет разрушаться. По первой секции дома 22 по улице Зверева и вовсе тишина. Дольщики просят обмена на аналогичные квартиры, которые уже достроены. В Минстрое подтвердили, что это возможно. Обращаемся к нашему губернатору новому и просим хотя бы обменять нам наши квартиры аналогичной площадью на секцию вторую-третью. Квартиры там есть, застройщик вводит всех в заблуждение, что их там нет. По своим составленным схемам ранее мы просим в этом разобраться, так как уже заведены уголовные дела. И хотя бы обеспечить нас обменом на такие же квартиры. У дома жилого комплекса «Зеленая роща» 5 секций, выстроено 13 этажей. Коробка не закрыта, охрана то есть, то нет, то есть на объект могут приходить совершенно любые люди, брать там что угодно. Вот. Дети также лазят постоянно по стройке, и, естественно, мы недовольны. Некоторые дольщики услышали в качестве даты достройки 2021 год. На это, конечно, никто из собравшихся не согласен. Максимум готовы ждать до 2018-го. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.